Я не думаю, что у нас есть кто-то, кто вот родился такой ангелочек, прожил жизнь прекрасную, безгрешную. И стою я сейчас, величаю Творца моего Создателя. Писание говорит, что все согрешили. Абсолютно. Это не повод грешить, абсолютно нет, но все согрешили. И я, как все предыдущие свидетели, тоже хочу начать с Библии, как правильно. Матфея 1:21. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Вот это я хотел сегодня об этом засвидетельствовать. Иисус, что означает «Йешуа Спаситель». Бог спасающий, Бог спаситель. Спасает людей своих, вот еще, своих от грехов их. Если ты живешь, а от грехов не избавляешься, задай себе вопрос, свой ли ты? А может быть и нет. Итак, цель моего свидетельства, это я вот поставил себе три такие цели, дай Бог их донести. Одна – это никогда не рано говорить своим детям о грехе и его последствиях. Мы часто задаем вопрос, а когда уже можно своему сыну, своей доченьке рассказать там, о одном, о другом, о третьем? Ну, когда уже этот период? И вы знаете, в своей жизни, смотря на свою жизнь, я хочу вам сказать, чем раньше, тем лучше. Говорите обо всем, особенно о том, что вы прожили. Потому что если вы будете делиться искренне о том, что вы переживали, что вы несли и что победили, это будет в их жизни, наверное, иметь самую большую победу. Итак, в подтверждение этому я хочу рассказать, в каком возрасте я начал грешить. Да? Ну, наверное, с детства, скорее всего, еще когда я был маленький. Там же эгоизм, мы говорим, помните, как мы говорим, вот дети, вот смотришь на него, эгоист, да, все себе. Но вот когда я уже начал понимать, что я грешу, это было 6 лет, я жил в городе очень криминальном, Кривой Рог, очень криминальный город. Там, по-моему, каждый пятый был наркоманом, по-моему, на то время, а может быть и реже. И я начал пробовать курить в свои 6 лет. Казалось бы, когда должен я с ребенком с вами поговорить о курении? Что-то нельзя. Я начал 6 лет. Рановато. Да. Сначала это были просто какие-то там бычки, которые мы находили. Это все было так интересно. И это все было сначала отвратительно. Мы пробовали, кривлялись, это все так невкусно. А потом этот грех приобретал какой-то другой цвет. И вот во сколько лет говорит своему сыну о сигарете? Ну, раньше 6, наверное, хотя бы, чтобы он ее не попробовал даже. Второй грех такой явный, который вошел в мою жизнь, или, по крайней мере, который мы называем явным. Не говорю, что явный, который мы. Мы же говорим, курение – грех, да? Обычно вот куряга, все, грешник. Так, второй грех – алкоголизм, грешник, да? Вот я первый раз попробовал алкоголь, наверное, в лет 8. Это тоже было сначала, ну, как... невкусно. Потом это становилось вкуснее, смотря какой цены напиток, наверное. И вот третий грех, явный грех, это была порнография, которая пришла в мою жизнь уже в 9 лет. Первый раз я это увидел в 9 лет, мне мальчик, мой одноклассник, решил что-то показать дома. И вот мы с ним так хорошо провели время. И вот эти три греха, они просто поработили меня, и практически всю мою сознательную жизнь я с ними боролся. Разное было, и депрессии, и непонимание, почему я не могу это оставить. Но дьявол, он умеет посадить на крючок, он умеет за него дергать, он умеет посылать мысли, друзей прекрасных, которые такие друзья, вот в церкви таких друзей не найдешь. А там такие друзья, да мы с ними, да. И вот хочу поделиться. О, 2 секунды, так, все, как я бросил. Значит,
Первый стих был такой, я помню, уже так уже я взрослый был. «Вы благоухание Христово». Меня этот стих ошарашил. Я понимал, что благоухание и курение – это две вообще разные вещи. Ты вонючий просто, постоянно просто вонючий. Вот. У тебя во рту воняет. Ну просто, я не знаю, те, кто курит, меня понимают, что вы все вонючки. Поэтому как бы… Так, и вот это мне, этот стих мне помог. Я начал об этом размышлять, об этом думать. И, слава Богу, я победил. Алкоголь. Не так давно. Я всегда относился к нему очень либерально. Считал, что это нормально. По чуть-чуть. Сильно нельзя, по чуть-чуть можно. Но когда говорил по чуть-чуть, иногда переходил эту преграду. И вот Богдан 2 года назад рассказал проповедь об алкоголе. Я сильно возмутился. Я помню, как я к Ченковым подходил, к этому говорю, да что проповедь такая, зачем? Это же серая зона, не надо туда ходить. Кто хочет, тот хочет, кто не хочет, тот не хочет. Вот. 2 недели я поборолся и... Все отрезало. Просто удивительно отрезало. И, конечно же, этот последний грех, порнография, это был самый тяжелый грех, который, ох, я не знаю, это было очень тяжело это оставить. И вышла книга Влада Савчука, которая называется «Break Free», или по-русски называется «Путь к свободе». Я, прочитав ее, понял, что выход есть. Потому что я, честно говоря, уже думал, выхода нет. Я думал, потому что, во-первых, статистика. Каждый второй пастор в Америке, оказывается, этим занимается. И на эту статистику смотришь, а я чем лучше? Да я такой самый. Да, наверное, это у всех. Но когда ты с этим соглашаешься, конечно, ты даже не пытаешься как-то об этом, от этого вырваться. Итак, второе, значит, моя цель – это было, что Иисус действительно спасает от грехов, и я тому свидетель. То есть Иисус реально может спасти тебя от твоих грехов. И третье, я записал, и мне самому понравилось. Вкус праведности намного вкуснее даже самого сладкого греха. Написал, и думаю, мне надо на Facebook выставить. Это вообще просто красота какая-то. Вот. Вы знаете, я никогда так в жизни еще не кайфовал. Когда ты просыпаешься, а тебя совесть не осуждает, а тебя, вот, не знаю, сатана не загоняет в какой-то пятый угол и хочет тебя там просто уничтожить. Конечно же, когда эти грехи ушли, эти 3 столба, я себя увидел чуть с другой стороны. Оказывается, там грехов, мама, не горюй. Вот, как гордость, как темперамент, как еще какие-то вещи, которых я раньше, ну, я всегда думал, что я молодец вообще, я золотой человек, золотой муж у моей жены. Вот, если как корона на ее голове, диамант. Вот, но теперь я вижу, что не все так просто. Есть, вот почему написано «святой да освящается еще». Этому предела просто нету. Написано «будьте совершенны, как Отец ваш совершен». А кто там уже оказался? Я не думаю, что кто-то там уже оказался. Поэтому и последнее, закончу опять Библией. Все-таки, что я еще понял, чтобы победить, ты должен конкретно, во-первых, с этим сражаться, и во-вторых, принимать какие-то радикальные вещи. И вот радикальные вещи написаны в Матфея 18:8-9. «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с 2 руками и с 2 ногами быть ввержену в огонь вечный. А если глаз твой соблазняет тебя, вырви и брось от себя, лишь бы лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с 2 глазами быть ввержену в гиену». Я понял, что фильмы, которые мы смотрим, то, что мы слушаем, музыку, все, это все об одном и том же, это все влияет. Если ты хочешь реально освободиться, уходи в пост от всего этого. Потому что, смотря все это и пытаясь как-то найти святость, у тебя не получится. Будь радикален с грехом. Аминь.